В ожидании нового поворота Казанская госавтоинспекция опубликовала информацию о предстоящих изменениях в организации движения. Вслед за отменой левых поворотов на проспекте Победы и Ямашева аналогичный запрет вступит в силу и на Булаке. Произойдет это сразу после завершения работ на прилегающих улицах Островского и Московской. Планируется, что правило «только прямо и направо» вскоре начнет действовать и на довольно сложном участке по Аделе Кутуя при движении с обеих сторон. Водители просят быть внимательнее.